Всем ку. С вами снова Билли, и мы залетаем снова в StarCraft. Вот. В прошлый раз, по-моему, я ни с кем не разговаривал. То есть у меня все должно быть открыто. Давайте заново поговорим. Давайте сперва с Тайкусом. Ты хорошо подумал. Ты ведь знаешь, Менгск охотится за твоей головой. Стоит отвернуться, и он ударит в спину. С Менгском я как-нибудь разберусь, Тайкус. Просто не подставляйся, друг. Это все, о чем я прошу. Я скажу, переживает я за него. Если не хочешь участвовать, забирай свои 30% и убирайся. Хуя он с ним жестко, я не ожидал, что он так жестко с ним будет. Так, что там за коммуникатор? А. Командир Рейнер. Это его. Думаю, этот сынок. Думаю, нам нужно обсудить детали высадки на Чар. Давайте. Опасную игру ты затеял, мальчик. А в чем тут твой интерес? Джим, я думаю, что нам. Зачем он выключил? Понимаю, почему отец хочет убить вас. Я задал тебе вопрос. А, это он его драконит. Смогу ли я править Доминионом так же эффективно, как отец? Но мне нужно большее. Я хочу доказать, что я лучше его. Как император и как человек. Это не так уж трудно. Если я смогу остановить чудовище, убившее миллиарды людей, и превратить его в человека, объединившись для этого со знаменитым преступником Джимом Рейнером, другого доказательства мне не потребуется. То есть я для тебя просто подручный инструмент? Если в результате вы получите то, чего хотите, вам не все равно? Вот этот кадр может использовать для превью. Ой, блин, проебал кадр. Ну и похуй. Так, чё, давайте поговорим с Хорнером. Сэр, я вынужден поставить... Да хорош сверлить, ёб твою мать! ...вашего решения. Этот союз — явная ловушка. Я знаю, союз, что ловушка. Делает. Верь мне. А чё, мы уже вы вступили в этот союз? Я думал, у нас как бы это... Если мы сейчас отправимся за типа королевой клинков, так... всё пойдёт на смарку. 100%. Это гораздо так, больше, чем победа включу. Над Менгском. Мэтт, если мы одержим победу на Чаре... Мы спасем миллиарды жизней. Миллиарды. Миллиарды. Менгск подождет. Я на это не подписывался. Ты согласился выполнять мои приказы? Если тебе что-то не нравится, проваливай с моего корабля. Ебать, он всех осадил. Бля, ну я не знаю, гайс. Я вот как... Наверное, уже раз третий пытаюсь сесть за StarCraft, и каждый раз долбоёб у меня сосед включается в игру. Так, ладно, кают-компания. Здесь не с кем пиздеть. Лабрадория. Контейнер с протосским образцом. Теории сверхпрочных оболочек, выведенные мной благодаря этому кристаллу, начинают выстраиваться в систему. Думаю, я могу найти способ хранения огромного количества энергии в компактном накопителе. Или даже разработать технологию отправки строений на планету прямо с орбиты. Чувствую себя плагиатором. На самом деле, это не мои открытия, я лишь собирал крупицы информации, которые сообщал мне кристалл. Последняя запись. Я обнаружил, куда передается лишняя энергия. Она питает Гиперион. Свон восхищается тем, как гладко идет корабль. Но он и понятия не имеет почему. Рассказывать ему я не собираюсь. Серьезно? Артефакт. Итак, эти артефакты могут освободить Керриган. Какое удачное совпадение. Тайкус появляется из ниоткуда и предлагает заняться сбором этих штуковин. Статистически, сэр, вероятность совпадения в данном случае незначительно мала. Однако эти артефакты представляют собой воплощение сил, лежащих далеко за пределами любых областей современной тиранской науки. Если что-либо вообще способно остановить королеву клинков, может быть, это как раз они? Все эти древние штучки для меня темный лес. Но я молю Бога, что когда придет время, они вернут ее мне. Размечтался. Хотя его можно понять, когда любимая пропала, то сделаешь все, чтобы вернуть. Так, что, давайте выбирать миссию. К нам поступил вызов с Буцефала. Принц Валериан. Я уже с ним обсудил, что надо было. Так, что у нас, какие миссии есть?
Квадрат Сигма. Наши друзья из фонда Мёбиуса нашли последний фрагмент артефакта. Получи. Я думаю, нам не стоит забирать последний фрагмент. Подтверждают причастность Менгска к нападению из... Сперва пойдем, наверное, друг, вот организовать побег из нового Фолсома. Погнали. А где Тош? Я думал, а где Тош? Антош. Он покинул корабль. Я думал, вы уже... Сэр. Что такое? У нас входящая зашифрованная передача. Соединяй. Он покинул корабль? Так-так. Печально известный Джим Рейнер. Меня зовут Нова. Есть разговор. Нова. И какой у меня может быть разговор с ручным призраком Императора? Тош тебе врет. Мэтт, подключи Тоша. Думаю, подключи он все равно все слышит. С фантомами будущее. Бля, это кадр. Они такие забавные. Девчонка. При превращении в фантомов призраки становятся маньяками, одержимыми идеей убийства. Те из них, кого мне удалось поймать, сейчас отбывает срок в новом Фолсоме. Не слушай ее, брат. Помоги мне освободить фантомов из тюрьмы, и вместе мы свергнем Менгска. Но он реально странненький. Тош хочет вернуть на нашей все стороне, способности своим что... приятелям-фантомам. Ты сам помог ему добыть нужные компоненты. Заключенные нового Фолсома — маньяки-психопаты. Ты правда хочешь отпустить их на волю? Я помогу тебе в войне против Менгска. И мои друзья тоже. Она никогда не будет тебе союзником. Ну, Тош — это бомба с часовым механизмом. Он будет твоим лучшим другом до тех пор, пока не всадит нож тебе в спину. Это момент истины, друг. Выбирай. Помочь Тошу. Помогите Тошу устроить массовый побег из тюрьмы нового Фолсома. Освободите множество врагов Менгска. Тош останется с вами и будет обучать фантомов, которые поступят к вам на службу. Фантом-специалист по проникновению... в тыл врага, может использовать способности ультразвуковой импульс и маскировка, указывает цели для ядерных ракет. Ультразвуковой импульс, маскировка, ядерный удар. Призрак, специалист по проникновению в тыл врага, может использовать снайперский выстрел и маскировку и указывает... Короче, а в чем разница? Снайперский выстрел, а здесь ультразвуковой импульс. Оглушает вражеские единицы в выбранной области на небольшой срок. А это стреляет 45 единиц урона. Так то же самое. Помогите Нове разгромить тренировочную базу фантомов на станции Аверн и избавиться от террористической угрозы, исходящей от фантомов. Нова обучит вас тренировке призраков, но не присоединится к отряду. Ну, не присоединится, почему, понятно. Потому что она на службе у Менгска. Но освобождать заключенных, мне кажется, это не совсем правильно. На станции Аверн. Да, давай Нове поможем. Меня не волнует, как ты относишься к Менгску, Тош. Если ты и твои фантомы повернуты на убийстве, то вы будете пострашнее Доминиона. До скорой встречи, друг. Ты пожалеешь об этом, брат. Итак, Нова, каков твой план? Центр Тоша по обучению фантомов находится на станции Аверн. Вместе мы сможем уничтожить его навсегда. Загружаю тактические данные. Ну, давайте смотреть, что из этого выйдет. Вот, значит, где надеюсь, я правильно выбор сделал. Армию фантомов. Я обнаружила три объекта, из которых ему не удастся осуществить задуманное. Нашей первой целью будет склад Джория. Далее по плану — баки с тирозином. И, наконец, излучатель псионных волн, который Тош использует на завершающей стадии обучения фантомов. Значит, мы уничтожаем эти объекты, и Тош выходит из игры. Наш друг знает толк в секретных операциях. Уверен, он перекроет каждую лазейку. Я могу обойти некоторые системы защиты, но мне понадобится и ваша помощь. А как быть с самим Тошем? Предоставь это мне. Как быть с Антохой? Я расчистила посадочную площадку для ваших войск. Начинаем веселье. Веселье? Вы уверены, что это веселье?
Ну, посмотрим сейчас, что из себя вообще представляет это все. Думаю, на кадр превьюшки просто новую поставлю. Хотя загрузочный экран выглядит симпотно. Симпотно. Задание «Призрачный шанс». Наверное, большинство Тоши выбирают. Может быть, они даже правы. Но я просто не хотел бы, если бы я оказался в реальном мире, я бы не хотел, чтобы преступники вышли на волю. Там же могут быть абсолютно разные твари. Один, два, три. Что делаем? Уничтожить склад Джори, понятно. Так, мы на месте. Не щелкайте клювом. У Тоши наверняка припасены для нас неприятные сюрпризы. Что она делает? Видишь, вон там мародера. Ставлю 50 кредитов, что попаду ему промеж глаз. Ну вот, я их перебил. Молодцы. Я под обстрелом. Ну, не стой столбом. Помоги девушке. Пристрели вон тех уродов наверху. Надо подхилиться пойти. Ага. Наверное, лучше вот так сделать. Давайте, хильте ее. А, на то не может спуститься, она тут должна быть. Окей, anyway, надо подхилить ее. Все? Вот, все, подхилил. Окей, погнали. Понял примерно, чего от меня требуется. Очень много юнитов я потерял. По-моему. Нова, поможешь открыть эти ворота? Конечно. Дай только добраться до панели управления с другой стороны. Так, ну давайте, все захилились. Короче, вот такая миссия, да, у нас будет. Отрядом должен что-то ломать, тут что-то. Вуаля. Нет, ничего проще. Двигаем дальше. Ага, то есть мы теперь объединились. Так, а тут что у нас? Надо медичку убить. Ёбнут? Да, ёбнут. Назад. Интересно, они вернутся? Они же вернутся сейчас. Я подожду, наверное, их, когда они вернутся, и потом только пойду. Я хочу добить, потому что их. Вы же вернетесь? Они, боты же всегда возвращались на свои позиции. Я надеюсь, сейчас та же самая ситуация. Даже? Даже? Кстати, герой на F3 выделяется. Видимо, нет, я ошибаюсь. Окей. Захилились нормально. Осторожно, впереди осадный танк. Если я подберусь поближе, то смогу телепатически воздействовать на экипаж.
Типа через подчинение. Блять. Не получилось. Он патрулирует, видимо. Так, а чё, кстати? Может быть, вот так вот сделать? Вот, нормально, мне нравится, как это работает. Ну, типа, нахуя мне терять что-то? Когда можно не терять. Так, ну давайте сюда, ребята. Вроде как все неплохо я сделал. Чувствую я, что вот здесь что-то есть нехорошее. Но этого я убил. Еще один труп. Фантомы. Я с ними разберусь. А че они стоят на месте? Почему? Почему не двигался? Загадка, блядь, природы. Что тут за значок такой? Ты тоже фантом? Чешо. Ага. Есть минус. Ебать, корабли тут. Слушай, ну даже можно потихонечку так разомажить. Тут-та. Потихонечку, я буду сейчас так делать. Зачем мне войска тратить, когда можно не тратить? Сука. Не до конца вышел. Ну вот. Все, сломана одна хуйня. Вот до второй я вряд ли так доберусь. Но зато можно сейчас спокойненько корабль отъебашить. У нее урона-то очень много. Она же дотягивается? Дотягивается. А он вообще сейчас нахуй улетит, походу. Да, давай, все бывает. Он улетел в другую систему. Он может вернуться, кстати. Бить фантомов 2 из 10, 5 тысяч кредитов за каждого. Ну, то есть 50 тысяч кредитов. Ну, плохо. Считал тебя человеком чести. Человеком Ты чести? Ты совершил очень-очень большую ошибку, брат. В чем тут нечесть? Молодцы, мальчики. Наша следующая цель — баки с тирозином. Я расчищу для вас посадочную площадку. Будьте готовы. Что она расчистит? Че, это новая миссия будет? Бля, я ту не до конца, по-моему, прошел. Надо было использовать юнитов. Я что-то видел. Почему бы просто не заставить тут все автотурелями? Тогда никто не проберется. Блять, а это проблемка будет. А кто видит? Вот эта херня? Блять, да, она видит. Блять, уебан, не сверли. А тут свои проблемки. Ебать, но это в инвиз прилетело или в щит? Как это работает?
Так, минус ноу. Но мне тоже хп сняли. Сейчас мы справа попробуем здесь подойти. Блять, ну это проблема, честно говоря. А что мне делать-то? Я, говорит, вам расчищу. Ебать, чистилка, конечно. Может попробовать захватить? Аспид, по-моему, бьет тоже воздушные юниты. Нет, не бьет. Во всяком случае, Аспид сейчас может там пострадать сильно. Идут ко мне. Нет, не идут. Так, ну я почти зачистил все тут. А этим что, некуда деваться? Ууу, ебать. А взлететь нет? Взлететь и уйти. Что за бред? Ладно, я победил. В посадочной зоне порядок. Можешь десантировать свой скаджу. Пускай твои парни попробуют открыть ворота. У нас мало времени. А, вот тут даже как интересно. Парни попробуют открыть ворота. Ну, в принципе, вот эти вот штуки могут открыть ворота. Нет, не могут. А как тогда? А, у меня же вот что есть. Кстати, ну тогда можно попробовать вот сюда встать. Это что? Это ворон, детектор, строить модуль точечной обороны, автотурель и гончая. Блять, каких-то много всяких нюансов. Ворона надо еще научиться использовать правильно. Эти парни могут тоже грязи наделать. Бать, там тоже есть кому грязь делать. Блять! Кто ж знал-то? Надо как-то все тут осмотреть. Блять, понял. Как-то я все тут не очень сделал. Как мне дверку тогда открыть? Вот эту херню надо сломать, да? Блять, ну это как надо красиво сделать. Блять, ну как-то я справился, но, по-моему, до того не стоило. Повеселимся. Ладно, повеселимся, так повеселимся. Пойдем веселиться тогда. Мне бы какого-то техника сюда еще. Было бы норм. Но это сложно. Эту херню не сломать, понятно. Ой, блядь. Ну тут надо вот это сделать. Ну, это был хороший ответ.
сейчас точно дотягиваюсь. Ой, бля, какой же конченый сосед. Сосет. Сосед сосет. Парни, слышали о таких соседах? Ага. Все в ловушках, блядь. Так, ну это я сломал, окей. Ага, там еще одна хуйня. И вот там еще одна, но я ее как будто не боюсь. Но вот ту боюсь. Чтобы ту сломать, надо грамотно поставить. Я думаю, я сейчас вот так сделаю. Ну, типа, раз они придумали такую хуйню, то, наверное, и я могу такую хуйню придумать. Так вот, оп. До свидания. Хорошо. Я выиграю эту миссию, но очень медленно. Давай чекать, что дальше. Ядерные ракеты. Чего? Я отправил тебе подарочек, мистер Рейнер. От него ты вряд ли сможешь убежать. Да, летит-то, блядь. А, вон. Была красная точка. А чё, можно подходить вообще к ядерному... к следу? К следам ядерным? Фантомчик. Блять, там меня видно, понял. Чё, у меня медика ни одного нет? Это вообще нечестно, я считаю. Здесь пока поставим всех. Думаю, сейчас надо грамотно танки как-то замутить. Дотягивается? А, дотягивается, кстати. Ну я хуй знает, что делать. Как мне так? Надо показать врагов. Как-то так показать грамотно. Давай, давай, танки, 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 ебашьте. Танки заебашили. Вот эту хуйню бы показать. Вот, хорошо. Она до меня не дотягивается. Это я до нее дотягиваюсь. Все-таки ворон не бесполезная хуйня. Ага, тут танк. Кстати, танк. Вот эти дотянутся вот до той. Ну-ка, мне бы ее тоже сломать. Короче, эту миссию буду долго проходить, гайз. Все рассчитать надо. И при этом не факт, что правильно рассчитать. Тут нету ее, что ли? Был уже здесь ПВО. Тут нету ПВО. Ладно. Зато я турели уже своих тут наспавнил. Правда, у них время службы, наверное, есть. Ага, вот враги, кстати. Давай поднимемся вот сюда. Надо сделать? Взломать просто?
Ломай надо. Ломай, что делай. Далай лама, ломай надо. Так, что там? Понимаю, там тоже что-то есть. Там турель я вижу. А вот туда я могу прилететь, кстати? Так, могу. А толку от того, что я могу? Ракета. Я знаю, что я сделаю. Мне надо вот сюда встать, чтобы дотянуться вот до той хуйни. Они бы кому-то стреляли только что. Там просто, скорее всего, сайт-квест, который я хочу сделать. Поэтому сейчас надо как-то сломать это все красиво. Давай, вот сюда встаем. И отсюда мы дотянемся. Да? Хорошо. Самба. Все, уходим отсюда. Возвращаемся вот туда и смотрим, что у нас тут за ситуация вообще. Ага, понятно. Что тут за ситуация? Примерно понял. Он быстро сломал эту хуйню. Вот так-то. Две турельки, слабо против двух. Зачищено. За честь и отвагу, как говорится. Так, ну и не все я сделал. Там еще снизу, вот здесь вот какая-то хуйня была. Но туда мне не совсем понятно, как пройти. Может, опять надо этим турелочку сюда ебануть. Вот сюда. Да, ну он в секунду ее сломает сейчас. И никуда не останется. Бля, долбоебы, долбоебы, не сверлите! Вот когда я реально сажусь за эту игру, всегда такая неприятность, я не знаю, что мне делать. Очень неприятная ситуация, но я ничего не могу с этим поделать, реально. По-хорошему, мне бы сейчас... Один танк пожертвовали. К сожалению. Но в остальном вроде все норм. Не знаю, конечно, не очень хорошо я отыгрываю, ничего с этим не поделаешь. Ах, так. Прикрой меня. Че, давай взламывай. А я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Как там было? А, нет. Как там было? Ядерная ракета готова. Чего, ядерная ракета готова? А почему, кстати, у меня всего 4 фантома? Должно быть больше. А, типа я тоже теперь могу ядерку отправлять, да? Ебать, что тут происходит? Тут есть фантомы вообще? По-моему, тут, кстати, фантомов-то и нет. Погиб, блядь, танк. Не знаю, правильно ли я сработал. Сейчас посмотрим, как там что. Как там ситуация обстоит. А, так там подхилится сразу все. Вызов ядерного удара по выбранной области. То есть куда-то вот сюда мне надо, да? Ебануть. Прям центром, наверное, даже он должен быть.
Давай посмотрим, как сработает. Ничего так. Зачем ты это делаешь? Зачем? Ты испытываешь мое терпение, брат. Зачем? И оно на пределе. Ты испытываешь мое терпение. Переходим к последней Зачем? Задаче. Пси-излучатель хорошо охраняется. Думаю, стоит разнести его ядерным ударом. Мы его уже потратили. Или у нас есть еще? А, типа сейчас своими силами буду. А, нет, это тоже Луна. Ой, новый. ВВС прибыли! Укажите цель! ВВС! О, фантомы! Фантомочки. Ну давай смотреть, во-первых, что у нас сверху. Сверху. Сверху что? Ну это я и сам могу разъебать. Мне тут даже не потребуется помощь. Сейчас это сам героем убью. 43 убийца. Профессиональный убийца. 43 убийца, а не убийца. Это какой-то 43-летний убийца получается. Так. Ну больше нихуя нет, но вот там вот что-то есть. А туда мы чё? Чего? Чего? Да, придется как-то... Что-то как-то придумать. Ой, блядь, ебало. Ебало минус. Ебало плюс. Тут как-то хуйню я исполнил. Я потерял... Блядь. Что я сделал? Пиздец. О, бля, тут надо немножко мозгами было подумать, но я пренебрёг этой функцией. Пиздец. Обидно. Быть настолько тупым. Я не пойму просто почему... Сука, а можно как-то с контрольной точки? Но я уже сейчас точно не пройду. Последнее сохранение, давай. Я очень тупо фантомов потерял. Я почему-то потерял одного и думаю, ну разменяю сейчас на... ВВС прибыли! Укажите цель! Не получилось. Дурак получается. Так, ну это я сейчас сам тут убью. Тут просто не совсем понимаю я, что делать иногда. Тут надо сейчас будет прям каждый уже медленно не сориентируешь, что надо контролировать. Контролейшн какую-то надо, контролейшн делать. Угу. Может быть попробовать вот эту хуйню забрать? Он меня видит за счет вот этой херни, да? Ну, сработало же, сработало. Без потерь. Здесь меня встретит эта хуйня сейчас. Будем считать, что это было неплохо. Так, при этом. А вот так получится у меня? Да, хорошо. Хорошо.
Ну, сейчас же нечему меня увидеть тут. Блять, есть чему. Есть. Сука. Блять, беги нахуй. Там патруль, оказывается. Пиздец. А я как это должен был понять? Потерял. Пало потерял. Прикрой меня, а я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Как там было? А, как нет. Там было? Готово. Ядерная ракета готова. А, типа появилась, да? Не ожидал, да, такую хуйню? Пиздюк ебаный. Ну, ошибся, конечно, я тут прям жестко несколько раз. Ага, снова, блять. А меня кто-то видит вообще? Может, я спокойненько-то сломаю? Все-таки. Еще 4 фантома должно быть. Ай, блядь, ты чё нахуй? Ладно, нет, так нет, блядь. Нахуй. Тебя. А мы разъебем эту парашку. Что, погибло ново, да? Да, ново погибло. Сука. Ну я ей слишком много урона потерял ей. Вот это мой косяк был, конечно. Укажите цель. Не укажем. Сами укажите нам цель. Вообще, кста. Что так сделать? Ладно, ладно, ладно. Блять, что делаю я, сука, заново. Я забыл, что там долбоёбы сидят эти. Надо было с них начать. Ой, бля. Какой кринж. ВВС прибыли. Укажите цель. Укажите цель. Эй, цель укажи. Пожалуйста. Можешь немножко цель указать? Вообще можно вот так сделать. Так вот, красотя ебануть. Еба, какой огень. Нормально, я весь этот пул сейчас разъебу, чисто вот этой хуйней.
Давай именно сперва вот от этого разберемся. От этого избавимся. Это более эффективно, чем на центре захватывать тот танк. Окей, пойдем. Как будто бы ничего страшного. Стоит ли этот танк так же мне? А давай похуй. Попробуем его подвинуть немножко. Не, не выйдет, не выйдет. Так, вспоминаем, что тут у нас было. Блять, тут меня тогда пиздили жестко. Пойдет. Юнитов не потерял, и вроде как все окей. Прикрой меня, а я взломаю систему защиты этой ракетной шахты. Сейчас. Сейчас. Как там была? Готово. Все, готово. Готово. Ядерная ракета готова. Да, придется вот так делать. Ой, это ошибка была. Так, там что-то еще было у нас. Ага, вон что. Ну сейчас посмотрим, сейчас оценим ситуацию. Понял. Так, можно туда пойти, можно здесь что-то еще помутить. Помутнение какое-то замутить. Летающие мне тут не нужны, честно говоря. Что там? Это мой кандидат. Это призрак был вроде бы. Ой, фантом, то есть. Нет, не был фантом. К сожалению. Ну, помню. И так сойдет. Так, ну фул зачистка почти вот, в третьей стадии. Я первый, по-моему, проебал, мне все зачистил. Я не знал, что у меня переход будет куда-то. Ебать.
Это опять летающие юниты не играют. Ебать! Что нам с этим делать? Может попробовать их туда отвезти? Опа! А вот это интересно. Это мне понравилось. Хе-хе-хе-хе. И это прям прикольно. Зерги, спасибо, братья. И зерга добьем еще, предатель родины. А че, тут то есть один подопытный образец был, да? Это тут у них баска такая. Он вырвался на свободу, а этот вот держится. А его нельзя тоже выпустить? Ну ладно, ладно. Во всяком случае, мы вот так вот интересненько нашли. Почему у меня юниты, кстати, не накоцанные? Кто знает? Они вроде были накоцанные. Так, здесь у нас стоит... Украденные у Доминиона технологии. А, так я могу это спокойно сломать? Да? Можно, кстати... забрать Тора себе. Поражают одиночную цель, нанося 500. Так-то ничего так вроде. А чё, они меня не воспринимают как врага? В этом проблема. Ты был прав, Рейнер. Ядерный взрыв уничтожит большую часть защитных сооружений. А что тут вообще у нас? Обнаружен запуск ядерной ракеты. Когда же вы все подохнете? Я решил, что надо как-то его потратить. Так, значит, сюда надо куда-то бахнуть, да? Наверное, вот сюда куда-то. Прям в кружочек в этот. Бада-бум, бада-бам! Это еще не конец. Скоро мы с тобой встретимся. А там еще один был фантом! Я бы сейчас еще и сайд-квест выполнил, но... мне 45 насыпало, anyway. Ну тогда насрать. Тогда, в принципе, похер. А я прям расстроиться успел. Я прям такой, ебать, что, я не сделал сайд-квест? Да и хуй на него. Особенно учитывая, что 45 я получил. Входящее сообщение. Это тоже. Не терпится же ему позлорадствовать. Включай. Обида. Ты за это поплатишься. Это что, я? Зря ты меня обидел. Зря вы меня ебали. Это Тайкус? Ты мразь, Тош. Я всю свою жизнь боролся с такими, как ты. Это Тайкус? Мы два сапога пара. Но он жив, надеюсь. Мы оба пойдем на все ради своей цели. Нет, ты так ничего и не понял. И не поймешь уже никогда. Да ладно. Я в 6 световых годах от тебя. От меня. А, Нова его нашла. Ясно. Нова наказала. Кто бы сомневался. Холодная и
расчетливая. Кого-то ты мне напоминаешь. Рад, что ты охотишься не за мной. Во всяком случае, не сегодня. Увидимся, Джим. А нормальные девушки вам не попадаются? Бля, бедный Тайгус. Пипец. Жаль этого парня. Сэр, Нова прислала документацию по обучению призраков. Теперь мы сможем создать свою армию невидимых убийц. Если Менгск об этом узнает, ей придется многое объяснить. Думаю, она замела все следы. Ведь призраки постоянно этим занимаются. Еще глотки людям режут. Верно. Ну, в целом, я доволен. Мне нравится сюжет, который я увидел. Да и сама миссия прикольная. То есть, надо было просто чуть постараться. Чуть-чуть уделить внимание каким-то деталям. Не нужно прям кровь из жопы потеть. Нормально. Так, релакс. А это чё, ты как, живой? Так, девка. А, Джимми? Ну да, жопки спасла. Не думал приударить за ней. От нее одни неприятности, Тайгус. Бегает за этими чокнутыми фантомами, ну и слава богу. Главное, чтобы держалась подальше от нас. Это не ответ. Ты пропускаешь одну юбку за другой. С тобой явно что-то не так, парень. Так он же Керриган любит. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. По сообщениям службы безопасности Доминиона, спецагенты выследили и нейтрализовали лидеров группы повстанцев, называющих себя «Лезвие тьмы». Это отличные новости, Кейт. И каковы комментарии агентов? А, комментариев не поступило, но я думаю, они довольны проведенной операцией. Итак, уважаемые телезрители, благодаря усилиям службы безопасности, шпионы Джима Рейнера были преданы справедливому суду. Но позвольте... В сообщении ничего не говорилось о Джиме Рейнере. Мы продолжим после рекламы. Пропаганда. Ой, это что такое? Реклама? Почему у него с пушкой? Почему она какая-то? Почувствуй отдачу от жизни. Ай-пистол. Ай-пистол. Система наведения. Понятно. Что, на мостике есть что обсудить? Звездная карта, что у нас в арсенале? Винтовка призрака. Так, здесь надо подвинуть вебочку. Давайте прочитаем. Призрак, 25-миллиметровый карабин S10 Mark 6, разработанная конфедератами незадолго до падения Тарсониса, винтовка Mark 6 является лучшим образцом противопехотного оружия для призраков. Технологи Доминиона не стали изобретать ничего нового и просто продолжили производство удавшейся, наверное, модели. Несмотря на высокий профессионализм, призраки проявляют необъяснимую халатность, когда дело доходит до ядерных ударов. Поэтому их винтовки снабжены магнитными датчиками, чтобы командованию было проще выявить точное положение призрака. Впервые винтовку Mark 6 испытал Ховальд Уинстон по кличке Шершавый. Его целью был кеомарийский барон Джеймс Форчен. Уинстон говорил, что это оружие красивее и вдвое добрее любой девчонки. Что Слон условили, скажет? Что Нова откроет нам секретные технологии призрак. Она сдержала обещание? Твоя девчонка-то? Да, сдержала. Сдержала. Я уже начал искать способы улучшить текущие образцы. Она не моя девчонка, Слон. Эти божечки. Обиделся. Профессиональный убийца, который рано или поздно приставит нож к твоему горлу. По мне так идеальная пара для тебя. Как же ты меня... Какой он нытик, ёб твою мать. Мне очень нравится вообще призрак. Как юнит. Но в массовом сражении, где я его смогу использовать? Дальность атаки призраков увеличивается на 2, радиус обзора призраков увеличивается на 3. Поддержка маскировки постоянная и не требует затрат энергии. Да как будто все вкачать хочется. Давай пока поддержку маскировки возьмем. Потом, может быть, еще что-нибудь. Так, что в лаборатории? В лаборатории вряд ли что-то еще поменялось. Ну все тогда. Прошли мы миссию. Сохраняемся. И в следующий раз
Ну, думаю, тоже будем брать не ту миссию, которая на последний осколок. Сперва надо будет пройти все остальные. Так, сохранился я. Командир. То есть вот в Вальгалу пойдем. Вальгалу. Потом уже может быть квадрат Сигмы. Вот, но это уже в следующий раз. Вот. С вами был Билли Поттер. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВК. И всем пока.